Всем привет, ребята, с вами я, меня зовут Федя, и сегодня я вам покажу два способа, как найти деревню, ребята. Вы подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, поставьте лайк. Не забудьте поставить тоже комментарий, это важно, ребята. Ну, мы и начнем. Ребята, первый наш способ — это чит-код. Мы заходим в чат и тут пишем Locate Village. Код будет в моем описании. Вот, и нам что-то координаты дает. Деревня ближе всего в блоке -28. И блока, не знаю, столько вы поставьте хотите. Я поставлю, 100. И, вот видите, координаты потом дает. Мы напишем ТП и эти координаты. Запомните, как без этих координат не можно попасть в эту деревню. Все, мы нажимаем ОК. Все, мы куда-то телепортируемся. Асан Фазлдин. Переносимся в точку. Вот, ребята. Вот я нашел деревню. Вот она настоящая, не фейковая. Да, просто заходите в описание, такой код там поставлен, и увидите. Ничего только. Ребята, это с помощью ок края мы его им, и он куда идет, мы тоже идем за ним. Пойду там в сторону, потому что там показывает наш край, там идет, видите, и мы найдем деревню помощью это. 2000 years later. О, ребята, очень я долго шел и нашел. Вот под вашими глазами я нашел деревню. Вот это настоящая деревня. Вот. Можно проходить из деревни, но она еще, я бросаю, но он идет. Можно еще идти другое. Мы идем к кузнице, положить два деревни, которые есть. Кто не слышал? О, ребята, я нашел. С помощью вам. Потому что вы... Для вас я снимаю эти ролики. Вот, ребята, я вам показала логал. Я вам показала, как делать. Ну, как найти деревню и два способа. А вы подписывайтесь на мой канал и поставьте колокольчик, поставьте лайк и поставьте комментарий. Всем пока, до новых встреч, пока.